Здравствуйте, меня зовут Харитонов Дмитрий Олегович. Я врач, мануальный терапевт, работаю старшим специалистом по реабилитации в реабилитационном центре Хакуто. Сегодня я вам расскажу, как пользоваться тростью. Иногда мы замечаем, что пациенты, которые к нам приходят, держат трость со стороны больной ноги. Но это неэффективно, так как человек заваливается слишком сильно на трость, переносит вес тела на больную ногу и недостаточно ее разгружает. Гораздо эффективнее держать трость с противоположной стороны от больной ноги, так как это позволяет равномерно распределить нагрузку и разгрузить больную ногу. Как правильно ходить с тростью? Сначала мы ставим трость, потом больную ногу, переносим вес тела на руку и на трость слегка, и таким образом вес тела распределяется посередине. Таким образом мы разгружаем ногу и позволяем лучше и быстрее восстанавливаться. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки. Так больше людей узнает, как правильно восстанавливаться. Спасибо за внимание. До свидания.